Компания «Евразийский завод строительного оборудования» разработала уникальную технологию изготовления шнековых сегментов. Станки серии ГП предназначены для производства шнеков толщиной до 30 мм и высотой реборды до 650 мм. Формовать заготовки на наших станках можно из любой марки стали, включая Hardox. При этом наружный диаметр шнека не ограничен. Для получения витков разной геометрии достаточно заменить либо перенастроить формовочные ножи, то есть на одной матрице вы можете гнуть огромный перечень витков. В разработанном нами программном обеспечении вы вводите параметры необходимого вам витка. Программа сама сделает все необходимые расчеты для формования, а также рассчитает правильную геометрию заготовки для плазменной резки. После этого, согласно полученным расчетам, происходит установка формовочных ножей. Далее оператор вводит координаты в ЧПУ станка, затем устанавливает заготовку в матрицу и производит формовку сегмента. Все максимально просто. На выходе вы получите шнек с правильной геометрией и идеальным стыком, что положительно скажется на дальнейшей эксплуатации шнека. Станина станка рассчитана и изготовлена с пятикратным запасом прочности. Все ответственные детали изготовлены на ЧПУ станке с постоянным контролем точности. Опорная плита матрицы и формовочные ножи выполнены из закаленной легированной стали. Силовая часть станка представлена гидроцилиндром российского производства, позволяющая выдавать усилия от 30 до 100 тонн силы. Станок работает от маслостанции, которая оснащена двигателем итальянского производства и автоматикой фирмы Siemens. В нашу линейку входят три вида станков. ГП-30 имеет номинальное усилие 30 тонн, что позволяет изготавливать шнеки толщиной до 16 мм. ГП-60 имеет номинальное усилие 60 тонн, что позволяет изготавливать шнеки толщиной до 25 мм. ГП-100 имеет номинальное усилие 100 тонн, что позволяет изготавливать шнеки толщиной до 30 мм. Наши станки могут быть использованы при производстве винтовых свай, бурового оборудования, винтовых конвейеров и тому подобного оборудования. Всю техническую и коммерческую информацию вы можете получить по телефону +7 909 743 22 38 либо по почте info@izso.ru.